Пригодится еще водка войны. Он покажет. А ты откуда знаешь? Ну, я с ним общаюсь. Я понял. А какой у тебя ник? Как? А, это вы с одной гильдии, да? Да, да. Сирен, ты тут? Да. Что начинай там? Три кулаки кидай. Ну, типа, ну, класки, дай там каски, ретри, дай кулак, акалк, давай, ять, монорек, давайте забав. Почему я, у меня на шипетах секунд нет монорек? Интеллект, дай попрыг. Ребята, какая раса лучше шамана? Каурен. Орк, если ты ДД, и тролль, если ты хил. Таурен красивый. Таурен. Ну, Таурен есть второй шаман. Ну, блин, не знаю. Вроде бы для Элима лучше орк. Лучше с ПД, чем тот хас. Утербал, ты тут? Добро пожаловать. Ой, подожди. Делайн, дружище, спекни с ПДК. Ты тут? Да. Здесь. У нас два танка в Д3. Из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Процающий. 16 метров перекрыт этого пацана, что 8 станет. А какая очередь? Сразу медведь, потом пал, да? Что-то не хватает на моем присте, не хватает СПД, я не понимаю. Может... Там у нас СПД нет. А, давайте. Да, поочередность как хотите. Не стой. Я стою не мату. Скажу, как забрать. Там 400, ты чё, не ок? Здрасте, я ещё и сдох. Кто не хилит? Скандер. Лоб, дух. Убивайте нас. Поскольку подними поклонскую. Поскольку поклонскую поднимай. Ладно, с земли пал, а ты жон поднимай. Меняйте там байда репарейн. Пахните эту парейду, пожалуйста. Еще раз пробегись. Кончился все. Херово. Сколько тут? 3-4 пацана. Оксана, глыбу прожди. Я тоже в этой параше. Ну короче, давайте, бейте. Хильте их сильно. Хильте эту бокса. Зина дедопала на Гутербола. А тут походу 2 хила хилят. Ну давайте. Хилика, хилика, похили, помоги им.
Сова, помоги. Дай гимномару. Гимномару, дай хилика. Не жду. Сема, хп. Хп. Из-под морды уйдите. Бревно, блядь. Да не снимай его. Ну гутербола давайте, чтобы он не умер. Хильте людей, что вы делаете, сука? Сказал же, помогите хилика, совы, блядь. Чё, блядь? Ну тоже бы похилил, чё? Мишки? Да, Миш. А у вас чё, блядь? Днем на ДБ. Ебись, плевок. И вы хотя бы не в плевках. Давайте, пацаны, с дебафом и хильте. Шака сразу. Доскан, у тебя есть БР? Прими меня. Сейчас после этой хероты отбегай. До свидания. Подними меня, Доскан. Мини-упора подымай. Могу поднять кого-то пока что. Доскан, ты можешь мини-упора поднять, а не бить этого босса? Давай, я поднимаю тебя. Кто доска не играет? Он 4 раза сказал Бэрик еще на первой фазе. Давай, Войн, быстро бегай на спринтах. Я сопрожать инвиз. Тайм, давай. Ну, портал прожмешь там. И все. Если ты ставил. Третий раз подряд, да? Вообще удивительно. БР, может у кого-то есть там прием? 5 минут куда? Да и так добьем. Че не добьем, раз затрелям. Все, вывод, лучший танк это Мишка. Все остальные танки тупо в сторонке сосут. Так его ж, по-моему, просто тупо зафокусили и держали. Кого? На медведя. Не, я отражался просто. Чё ж белого рыцаря, смотрите. Башмаки храбрых, ничего себе. Если ты прошу, пожалуйста. Чё-то я захотел Мишку на ДФБ собрать, ебать. Это прикол. Прикинь, Ульдуар собирать и релить десятку Мишкой, блядь. Это потеха будет. Блин, а Суслятина хорошо дамажит.
Да бейте, я тут вар, я тут как-то Эрхам Райт просился 6.5, никто не берет. Все старых стереотипов, 4 мага, 4 вар. Запускать? Нет, дайте футбол прайм. На Суслятина никто триксы не кидает? Я не сам, все, запускай. Не, все триксы на мишку. Хм. Дамажит, как я почти. Хотя он не... Нажимается, может, когда моб застанет, потому что по нему урон... Да нет, я... он умер. О. До этого, до третьего босса, и на червях мы были почти один в один шли. Звездный странник. Я приступаю к ритуалу. Вот у тебя маг в крит вбит, у него СПД и вдох и крит, как у этого, как у Дессера и как у Тимура. Но у него колец меткости, вашнис, геры, наручи. Оно там ничего не апает, ну практически. У него, блин, я не понимаю, это как вообще возможно, 6.2. У него 10к ДПС, как и у меня. Может, у тебя урон как у 6.2, а не у него как у тебя. 6.5. Да не. Я ж тебя перегнал. Давайте. Погнали, короче. Ну как погнали? Давайте на пулы, на мишку и гол. Все врата. Зенит упал на захил. Самый бедник. Метаем за хил. Никого, беги. Лейте мне там. Вулкан, бейте, он далеко. И мобов с вулкан. Подбежал. Никола, дай гимн на хп, пожалуйста, так само закинь. Вот убейте с вулкана. Беги. Успею прокинуть. Это никто не сдох. Грань бессмертия. Б. И утешение, как всегда, не упало. Давай ты отборку. Играть с темной магией. Топор упал. Я ж надеюсь, никому не нужен. Болим.
А что тебе надо? Собаки Альянса. Топор. Тот, который тебе надо, выпал, да? Угу. Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя. Вот что, почему Мак 6.2 дает как бисовые ШП там? Как Роялд. Что это Мак? Не-не-не. Он 6.2. Что это за говно? Слушайте, это Мак. Так он не фуловый. Что с Лятина, как и ВРК? Кузнечное дело 450. Калк 99. Показывай профу. Может, он играет очень хорошо за мага. Чек на пул. Деньги все от центра. Снова спикаться в танка? Нет. Или да, спикаться. Суслятинка, как ты так играешь? Ты по себе. Почему ты такой дамаг завышенный? На 6.2. Нормальный дамаг для 6.2, чего вы пристали к магу? А чё у меня такой дамаг херовый? Я, блин, на жопу рву, короче. Иначе не пропускаю никакие проки. Там же обнова была, ты на мага когда последний раз заходил? Спек туда-сюда поменяй. Что с спеком? Ну, после обнов спек может багнуться. Респект делать надо. Я не... Как у тебя у мага вообще меткости хватает? У тебя крит хаст. Мне? Да. Мне 14%. Может, ты не на ту меткость смотришь? Короче, смотрите, по-клански ты держишь звезду. Не-не-не. Кружочек держит Void и ромбик держит, Делайн. Бьем все крест, потом черик. Потом кого скажу, чек. ТЦ, диспэк вас убрать, все. Да нет, Джерин, ты что-то тут не то говоришь, у него... Посмотри, какой у него шмот. Какой у него шмот? Пояс на хосту. Да. Фиговый у него шмот, фиговый. У него фиговый шмот, а дамажит как бисовый этот... Этот маг. И надо на стурке посмотреть, ну, где он стоит. Короче, погнали, бьем все крест. Да у него чешка с обычки, кольцо с обычки, ботинки с обычки, пояс с обычки, что-то тут не то. Беги, малышка, беги! Чё вы выхер даёте по матам, по кресту, вы чё? Зимы напал, на ты поднимай мне кала, зимы напал. Давайте крест теперь. Мейте крест. Череп. Отходите от пушка. Череп. Череп, бейте, да, череп. Не умрите только все нахуй, ну контрольте, блять, как. Расфирьте меня, забегите сюда. Блять, вы... Там прога вредит. Там много, там вредит. И ДК вредит. Да чё вы стоите, как будто в небо смотрите? Один таун. Походу бейте рога, походу ДК не справляется, давайте вот он, череп, бейте череп. Ебать, ну не упадите все, ёбаный. Давай БРы какие-то там.
Бог, слез, не пижон. Отойдите от кружка, нахуй. Только как упражнись, ну ты чё? Беги, пижон. Есть БР еще? Да, сейчас подниму. Кого поднимать? Мисао поднимай, хил. Дим на мана, на ману есть? Я сейчас спою. Полипал уже просил. Пацаны, смотрите, квадрат еще ни одного дамага не получил. Вы чё? Не можете выбрать точку, где вас не агрит сам АБ, тут не спрятаны, бро. Чё ты не поднял его? Есть еще БР? Я нихера не могу сделать. Доксон, ты тут? Есть БР? Потому что мы сейчас вайпнемся. Доксон. Написал, что он давал. Кого еще есть БР? Просто два хила осталось. Уже столько раз БРнули. Убейте череп. Убейте череп уже. Делайте что-то, блядь. Поднимешьте. Убейте круг. Ману, шаману залейте. Легенд дайте, что-нибудь такое. Идите от кружка, бля, он сфир вам даст. Да, едем. Уходи, уходи, Бубок. Уходите. Не могу ничего с ним сделать. Совы, уйдите, бля, он пизды вам даст, говорю, сука. Вы чё, невменяемые, что ли? Квадрат ни разу не получил дамага ни от кого. Привет, я убегаю. Убегите от кружка. Почему вы кружок бьете? Надо кого-то другого, наверное, бить, не? Джерри, он не говорит? Кружок. Кружок. Когда контролить, вообще другое дело. Здесь выпали, конечно. Беги, малышка, беги! Отпомните ты его. Чё ты делаешь, Войт? Чё? Ты же ДК танчил, обвиняй. Ну да. Ну а чё ты сейчас не танчишь? Минуту уже стою, танчу его. Ну, потому что, не знаю, контроль дал. Нижки топ, да? Да он через секунду срывается, вот видишь, он, ну там налейте инер шаман. Без разницы. Сдубейте. Турбовый инер дайте кто-нибудь. Там дай инер бы турбол. Дали. Что еще дам? Ну тупо вообще не танчится, он, блядь, сразу уходит. Пойди по вихрю и постань по лен. Ну а я что делаю, блядь? Тут 20 человек до этого упали, ничего не контролит, ничего не соображает. Не отбежать от кружка, блядь. Я все равно не понимаю, это что, сейчас крит уже не работает? Ну, не то, что не работает. Нет смысла забиваться на крит. Потому что у боссов иммун минус 5%. И зачем он нужен? Ну, как бумагу. Лучше делать крест.
4.8 только на автоатаку. На скиллы у нас не реализованы еще. Но на скиллы должно быть 2.1. Короче, просто посмотрите шмот у Суслятинки. У него на 50 СПД меньше, чем у меня. У меня на 5 крита больше, чем у него. И сравните дамаг на Джераксусе, например. Это при том, что... Ясно. Да, у него фласк. Это при том, что я прожимаю еще зелье дикой магии, огненный зев. Сейчас прожимаю. Посмотри, ну, сколько там у него глыб прокнуло и сколько у тебя там могло просто повести. Да даже не в этом дело. А, да, там же стайки еще с Джераксусом. Я сейчас смотрел первого босса, просто били этого первого босса. Ну, под дамаг одинаковый просто. Вообще как. Это что, надо в СПД забиваться теперь? У меня просто все на крит тут стоит. У него, блин, прилива нет с Геры. Катушки нет. Шипа нет. Чешка с обычки. Кольцо с обычки. Ботинки с обычки. Пояс наручи вообще не те. Плащ с обычки. Жесть. Ух. Но все равно, по-моему, что-то здесь не так. Минутный КД на гейм сейчас пройдет. Сейчас поехал нафиг. Давайте звездочку, потом бейте нузла чародея. Звездочку. О, ты можешь на мага зайти? Ты можешь магом подамажить? Я? Не, фрикаст. Зайти на мага? Да, вот чисто интересно, сколько ты дашь вместе со мной и с этим магом. Следующий босс не варик. Короче, чё, есть БР, но... кого поднять? Скажи, пожалуйста, есть БР, стою, хоть делаю. Ну, кого? Давай. Ну хуй знает. Так вы же почти добили уже, не надо кого поднимать. Может, на варике еще попаду. А чё не варик следующий босс? Просто бить. У вас так и прокнут. Перебежка. Ну ладно, тогда на ласте. Давай на ласте. Слятинка, а ты в какой гильдии вообще был до этого? Слишком хорошо дамажишь. Ой. Ну, армия будет. На приколе, нахуя вы духи кидаете звезде? Ну, ёбаный бро. Да притянули. Там глыба была. Холи пала. Чё за гильдия? Не слышал такой. У нас будет сейчас СВК, как у Silver Brothers сейчас. Лол. Можешь поднять кого-то прям? Друин. Тайм. Тан. И жена? Ты пала по контроль? Да, блядь, диминишн. А раньше диминишн не работал. Да, работал всегда. Нет, не работал. По 5 секунд стану давали. Это... Я не помню таких времен, хотя я с 2009 года, чтобы не работал Диминиш. В 9-м, может, и не работал. Нет, не в 9-м, в 11-12. Я это хорошо помню. В 12-м уже работал точно. Вот от таких приколов, как... Типа первый стан 5 секунд, потом второй 3 или 2, а третий вообще именно такого вообще не было. На арене всегда работал.
Не, не про арену. Не знаю, что там арена, но... Но вот таких боссах, ну, чемпах. Блин, ты еще же там одну ставили. А чемпы сами работали в 12 году, разве? Да, работали. Ну, не как сейчас. Просто манекены, наверное, были. А о том, что раньше даже там что-то обнова пилилось с этим диминишингом. Или может это просто чемпы неправильно работали. Поэтому я так считаю. Просто других боссов так не поконтролишь. Типа. Сегодняшних потерь мы стали слабее. Кто еще, кроме короля лича, выиграл? Джей, посмотри на его шмот, скажи, почему он тогда мажет? Видел его шмот. Ты видел? Ну ты в таком шмоте не задамажишь. Ну если. Мага не рад. Ну блин, у мага шмот там не решает. Маг как бы. Ну, например, маг 6.3 будет дамажить, как маг 6.5. Блин. По 6 2. Короче, у нас тут что? Проблема в том, во что забиваться теперь. В СПД, что ли? Забиваться надо как Death, или как физика. У них, ну, они забиты в СПД. То есть, когда Элим ставит свой тотем, ну, например, у Тимуриного в физике 3898 СПД получается. И там 68 крита от огня, этого вполне хватает. Псих недавно скидывал рекаунт мага 25200 Мунквина. У него 67 крита огня и 3800 СПД. То есть итог один, ну СПД решает, нахер этот крит не нужен. Не знаю, от кого это пошло, наверное, от Ракшаза. Скилл с фулл крит забиты. Скинуть скрин, ну, где псих дает магам 25200, там, ну, типа, стат. А, наверное, на профи, короче, на него триксы просто кидали, я подумал, что за дамаг такой. И решил забиться в крит. Вот и вся история. Так, кузнечное дело 450. Указывайте профа. Перс есть. Так чё, в этот? В СПД? Просто 23 СПД везде ставить? Нет, по этим, по сокет бонусам забить, ну... Я понял, СПД и крит? Ну там, где... этот, синие камни, например, у Тимура стоит этот крит дух, а там, где... эти камни... бля... ёбаный в рот, где эти жёлтые камни, там стоит, короче, СПД и крит. Оранжевый, хотел сказать. А, оранжевый, хуй там. Ты запустил, возьмите все. А там, где желтые какие стоит? Где желтые цвета, там он оранжевый ставит на 12 СПД и 10 крита. А, понял. Как у меня раньше стояли тоже. Какой смысл забиваться на крит, если там... Потому что Киллс больше всех дамажил, и он был битый на крит. Больше всех дамажил Мунквин, и он был бит на СПД. Он летает, поставь шкаф. Не знаю. Может сейчас он дамажит лучше, тогда нет. А ладно, он вообще не ходил, не помню. Чек, Поклонский, ты танчишь черную, Войд белую, напула на Войда. Это самое, всё, не врывайтесь, нахуй, это сдохните.
Погнали. На пул давать, не бейте пока никто. Способность смотрим. Договор близнецов упал. Укрека, поживничество. Господин, мы примем любой вызов. Да, заходи, давай посмотрим. Пристань тикай на него ихому. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного. Трофей. Нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордского. А что если зараженные раны вкачать? Империю, на которой вы так бездумно построили свою... Опять ПВП талон. Вместо увечья. Что, нормально? Ну, нежелательно. По ситуации. Ну, увечья это так... Это больше для боссов, для мишки МТ, да? Да. Куковский, ты затащишь в одного протопала четырех жуков? Клонский, затанчишь, нет? А ты дай контроль жукам. Клонский, ты тут? Ты в РК? Не в РК. Можно 4 жука законтролить. Ретрикалк и 2 креста. Распредели по сторонам, нормально бы. Калк хулипал. Ну еще. А, да. Престомал, знаете. Значит, хант в ловушку кинуть может. 3 ханта. Че, все готовы? Будьте бить жуков, когда я скажу, Банди, начинай, давайте на полный бой.
Давай, ты бей этих жуков. Ты жуков. Что-то вы, пацаны, короче, сдаёте. Ну как это объяснить? Фловые маги. Криворукие, как же ещё можно объяснить? Нет, это какой-то баг или сокет, или те, не знаю. Пробуй никак не объяснить. Пробуй другие сокеты поставить. Ну как, бейте, алло. На лед забейте. Кава, давай, я дам. Все отлично, нормально. Как и обещал, господин. Давай, ты же бейте, босс. Не стягивай его, бой. Бейте жуков. Бейте все жуков. Давайте по жукам. Поднять рогу? Да, поднимаю. Рост. Давай, приказ объясни. Что? Почему он так дамажит? Не знаю, мне нет рекомендации. Что тут объяснить? Восстановление настолько больше по нерубским копателям и все. Что ты говоришь? Восстановление настолько больше по нерубским копателям и все. Говоны босса дал, как я лик. Я тоже не могу понять. Давай начнем с того, что у меня не кидали ПС, я прожал два раза зелье дикой защиты, два раза огненный зев. Я дотал абсолютно всех жуков и по прокам вливал в босса. Я ничего не пропустил по КД, тупо ничего. Я не знаю, как это объяснить. У тебя даже огненных шаров больше. В дамаге огненного столба вообще нет. Огненного столба нет, но это что, как-то решает? Да, у него огненный столб и живая бомба больше. Огненный столб решает на больше, чем 3 моба, а так получается босс 4 моба, это 5 плюс прок. Или генманы там, решает. Понимаешь, даже вот эти 400к
Даже, ну, для такого ГС, ну, было бы сейчас у него 2300, как у Фейкаста, у лового мага. А на Джараксисе, на первом боссе, тоже такой же ДПС, как у меня был. Потому что никаких этих столбов не покидаешь. Короче, на крит, фу, камни, бесполезная херня. Фейкас, у тебя на крит стоит? Камни? Нет. Тогда... Там плащик упал, короче, порвальте, чтобы пацаны уже ушли. ИП, а потом уже это. Разбирайтесь. Так, хитрость. Бахвас, ты можешь просто уфаться, и ИП будет накинуто. Мерилин выиграл. Пизда-то добрали, блять. Ну да, суки. На вальке. Покоритель. Две штуки. Ничего стоящего не упало. Мне понравилась эта фраза. Пизда-то добрали. Света уже ролили? Защитник. Кого ролили? Свиток там, ну, кожаный, по-моему. Выклика. Завоеватель. Так в чем прикол этого мага? У него 6.2, у него небесовые вещи. Ну ладно, у него СПД почти как у меня. Нет, это вывод в том, что, наверное, то, что у меня 51 крит, а у него 46, это все до пизды. Надо в СПД забиваться. Показывай Оксана профу. Какую профу, ты ж трофей ролили? На, я уже такая, короче. Да не, суслять, мы просто давно так магии не дамажили, давно не видел таких. Килл забили, дамажит, короче. Ну да, это за них. А что за ролл такой-то, а? Джерри, он тебя передамажит, кстати. Кто, этот маг? Да. Нет. Да, передамажит. Давай, я возьму мага этого Тимура, мы пойдем посмотрим. Это физика, Ник? Да. Ну смотри, мы с тобой также играли почти на равных. Мне там не свезло немного, а на профи я просто проебался. Дамаг-то у нас одинаковый. Кидай, выиграет Капюшона. Просто я чувствую сослять на новой ГМ-гильдии. Блин, ну летаем. Чё у тебя за маг? Шейдуморн? Чё-то ты не в топе. Не видно тебя в топе. Надо ещё кому-то вещи. Ты хер его знает, бля. Устроили бедного, теперь не заснёт. Чего? Расстроили тебя, бедного, теперь не заснешь. Не-не, меня не расстроили, просто интересно. Куча магов в гильдии, я первый раз вижу, чтобы он так дамажил. Да это подожди, сейчас я еще магов качаю, бля, всем вам пизды дам, бля. Ага, как пристал. Народ, может мне шматку роял да отдать, а то мне так стрёмно пришла, тут забрала в натуре. Конечно, давай. Забирай роял, конечно, нахуй это надо ханту, блядь. Не знаю, я сама 5 лет ханта здесь, конечно, не могу, но ему вообще глаз с шмоткой, вообще это с корабля набал. С кораблей забираем, это говно плащ. Ну какая разница? Я говорю, поговорку с корабля набал, а не плащ с кораблей. Короче, не знаю, без этого плаща можно давать, блять, ДПС, ничем не отличающийся от того ДПС, который даешь с этим плащом. Идите в жопу. Так, ты что, хант есть, что ли?
У меня 400 тебе за двух боссов. Без разницы какой класс. Это плащ. Всем остальным по штуке. Ничем не уступает другим плащам. Спойлер, скраблей там хоста. Хоста ханту не нужно. Короче, если тебе надо этот плащ, оставляй себе. Если тебе надо... можно было бы добить, чтобы каст верного был 1.3 всегда, то лучше было бы хоста. Но, к сожалению, так нельзя сделать. Еще идем куда? Блин, просто смотри, сравни этот ДПС вот этой Оксаны 1.5 ляма и ДПС этой своего суслятины 2.7.